Новый фонтан в Таразе, к тому же, еще самый длинный. В стране пришелся по нраву не только местным жителям, но и гостям города. Однако на просторах интернета гуляет видео, где жители Тараза обвиняют городской акимат в неэффективном использовании средств. Лучше бы провели инфраструктуру в массиве Кумшагал, сетовали они. Кто виноват и что делать, выяснял наш корреспондент Мадияр Серик. Жители дачного кооператива Бахшаше, расположенного в километре от города, часто остаются без электричества. Иногда без света приходится жить и до 20 дней, жалуются жильцы 50 домов. Виной тому служит старый трансформатор, который находится по другую сторону улицы, во владении уже другого кооператива. И отключение электросети происходит из-за высокой нагрузки. В результате дачники были вынуждены собрать необходимые средства и протянуть кабель с трансформатора частника. Сейчас холодает. Все жители в результате собрали деньги в размере 1 300 000 тенге. Купили на них кабель, счетчики. Свет теперь будет подаваться бесперебойно. Теперь же нам хотелось бы снизить тарифы на электроэнергию. Теперь же мечта местных жителей – перейти под крыло города, а не питаться с частником, так как с них взимается тариф за электроэнергию, как с юридического лица, а это около 30 тенге за киловатт. Кроме того, сюда не подведена необходимая инфраструктура. В поисках ответа, почему дачные кооперативы решают проблемы электроснабжения за счет собственных средств, мы обратились к руководству города и услышали следующее. По ситуации 28 дачных массивов, проблемы электроснабжения, проблемы водоснабжения, канализации, дорожные не решались годами, можно сказать, последние 10 лет. Эти проблемы, они уже находятся на особом контроле акима области на сегодняшний день. По поручению акима области в этом году, в августе месяце, начата разработка проекта детальной планировки этих массивов с целью перевода этих дачных массивов в индивидуальные жилые массивы. Как заверили в горакимате, уже через несколько недель по поручению главы региона будет утверждена проектно-детальная планировка всех дачных массивов с целью их перевода в индивидуальные жилые массивы, в результате чего решатся все вопросы по проведению инженерных сетей и других проблем. Мадияр Серик, Санат Аралбек, 77 News.